Давно, 5-6 лет назад. Ну, я очень долго, на самом деле, более-менее, как раз, когда я посоединялся с движением нашего Гурудева, я не понял, достаточно хаотически, почему. Думал впервые, что он это хотел. Понял, что нет, он ждал нас. Долго-долго думал, ну как иметь хорошую сангу. Потому что хорошая проповедовать, ну, к чему привлекаем людей? Это меня беспокоило. А тогда, ну, с Байкансом Махараджем обсуждали, сформулировали на базе наставления Шрилы Прабхупады, что должна быть центральная группа, которая помогает преданным со служением. Извините, Гуру Махарадж, Джанара так не зависит, потому что можно просто биться. Подожди, я тебя принесу. Да, а Шрила Прабхупада хотел, чтобы GBC помогали преданным, особенно как развивать энтузиазм, восторг для служения. А тоже смотрел, ну, на духовный стандарт. Сформулировали, ну, предложение для этого. Давайте. А тогда отправлял разным преданным. А кто-то нам отправлял обратно наставление Гурудева. А наставление нашего Гурудева, наставление Прабхупада, однако. Прабхупада хотел, чтобы GBC помогал преданным со служением. А Шрила Гурудева хотел, чтобы BTI помогал преданным со служением и бхакти. Вот. Тогда, ну, я думал, ну, надо как научный проповедь. А тогда думал, еще раз, ну, чему привлекаем люди? А поэтому я поехал в Сибирь, думал, что, ну, надо от центра надо начинать. Надо понимать, ну, как создать хороший сангу, как создать, ну, по крайней мере, хорошие местные группы. Поехал в Сибирь. Сотрудничал с преданными там, но видели видео вчера, обзор на что мы сделали там. Они до сих пор не продолжают. Ну, группа небольшая, привлекает других, они поддерживают друг друга. Представлял программу позапрошлом году в Сибирском фестивале. Это тоже в прошлом году. А все привлекали, все как принимали, как хорошо, хорошо. Ну, прежде всего, бхакти-санга, что это такое? Личностный подход к развитию бхакти-санга. Личный, потому что преданные они, мы, люди. Не все понимают это. Думают, что когда начинаем практиковать сознание Кришны, только как мы только душа, а не надо как обретать внимание на тело. Обращать, да. Не надо обращать внимание на ум, тело. Только душа. Тогда, ну, я слышал, что в Исконе, ну, в Украине, не, в России, в одном районе, то, они говорят, что в храме там почти все преданные, ну, меньше 5 лет практиковали. Значит, теряют интерес. Ну, не в том, что у нас все хорошо, только нет. Но если мы не заботимся о преданных, они в конце концов, они, ну, живут свою жизнь. Поэтому личный подход надо. А как миссия стать более эффективными, помогать большему количеству людей, стать более продвинутыми, более счастливым в бхакти-йоге, а тоже помогать лечить
общество с помощью духовного образования. Это как миссия. Mm-hmm. На самом деле, я бы добавлял, а тоже обучать других это дело. Значит, это лидерство, руководство. Mm-hmm. А что надо? Школа для лидеров лидеров. Mm-hmm. Не только для лидеров. Для лидеров хорошо, но надо помогать, но лидерам тоже тренировать других. Mm-hmm. Так. Простые деятельности. Привлекать новых людей. Я не знаю, как выражать это, ну, чтобы mm-hmm. люди не испугаются. Ну, привлекать новых, дружить, занимать их согласно талантам, обучать их, помогать под себя. А можем очень, как просто понимать, ну, более эффективно привлекаем или нет. Mm-hmm. Более эффективно дружим или нет. Более эффективно занимаем, обучаем, помогаем или нет. Просто. Это, ну, на каждой ситуации достаточно реальные, практичные задачи. Это как миссия, тоже, ну, практичные задачи от миссии. Когда мы начали, я сказал, ладно, ценности очень важны. Потому что надо понимать, ну, для чего я хочу быть членом этого. У каждого есть, ну, какой-то смысл. Что mm-hmm. это такое смысл жизни у меня? А если вот эта группа помогает, тогда я буду с восторгом быть членом этого. А если не помогает, отвлекает, тогда я не буду с восторгом быть членом этого. Чего-то позвонил? То наши ценности, что? Чистой бхакти. Ванагатья. Значит, надо следовать. Следовать чистым преданным. Следовать Гурудеву, следовать Прабхупаду. А тоже подчеркиваем, важность, необходимость иметь хорошее общение с живыми. Тоже. Mm-hmm. Потому что, ну, так, наш Гурудева очень подчеркивал. Шрила Гоговинда Махарадж тоже очень подчеркивал. Надо общаться с садом, надо общаться с преданными. Тогда гармония. Это я так объясню. Руководство как слуга, не как диктатор. Mm-hmm. Понимает, о. У нас есть PowerPoint презентация, я могу показать. Тогда развитие таланта, взаимоотношения между членами и группой. Mm-hmm. Это основные ценности. Ну, что вы думаете об этом? Это mm-hmm. я сейчас, ну, я что-то предложил, mm-hmm. а сейчас как, ну, член этой команды спрашиваю, что вы думаете mm-hmm. до сих пор. Ну, он интересует гармония, какой-то. Гармония, да, хорошо. Входит. Окей. Сейчас я читаю кодекс чести, потому что гармония, в принципе, гармония находится там. Кодекс чести. Выполняем соглашение вовремя и полностью. Выполняем mm-hmm. качественное служение. Окей. А тогда вот гармония. Слушаем друг друга внимательно. Тогда помогаем, поддерживаем друг друга, ценим друг друга, терпим обстоятельства, друг включая друга mm-hmm. тоже. А выражаем, выражаемся, ясно. Ну да. Это непонятно. С уважением, то есть не обижать друг друга, наверное. Ага. Без конфликта генов. Mm-hmm. А помещаем миссию сначала, вторая команда, и сам третий. Миссия, тогда команда, тогда сам mm-hmm. себя. Страшно. Mm-hmm. Но на самом деле, если... Прежде всего, нам надо миссия. Mm-hmm. А если на самом деле своя миссия, но наше ждение или свои интересы, или что-то больше, тогда группа не работает. Mm-hmm.
Группа, значит, группа поддерживает нас. На самом деле, самостоятельно мы не можем как понимать, осознать, кто я. На самом деле, в отношениях осознаем, кто я. Поэтому команда очень важна. Если команда как не работает, тогда все не работает. А я, на самом деле, я не могу осознать свой интерес. С одной стороны. А с другой стороны, уже были, но членами чего-то, которые использовали нас. Надо обсуждать, но как? А поэтому гармония, значит, слушаем, помогаем, ценим, поддерживаем, терпеем. Пять принципов. Что вы думаете? Что вы думаете? Имеет смысл или что-то надо? Как тут... Вы говорите, что интересы миссии прежде всего, в то же время индивидуальный подход должен быть. Да. Это противоречие. Если группа, как интерес группы, важнее, чем интерес индивидуумов, значит, группа совсем не работает. Вот это нет власти здесь. Это что это такое миссия? Ну, миссия быть более счастливым, более продвинутым в бхакти-йоге. Хорошая миссия или нет? Хорошая. Помогать другим. Хорошая или нет? Лечить общество. Хорошая или нет? Поэтому миссия должна быть первой. Я не могу осознать свои таланты, смысл своей жизни самостоятельно. Мы должны работать в команде, чтобы полностью осознать себя. Чтобы полностью что? Ну, быть то, что мы можем быть. Нет связи. Если мы индивидуумы, просто индивидуумы, очень мало на самом деле можем достигать. Только как команда, как группа, можем что-то быть там. Имеет смысл или нет? Имеет. На практике получается так, что миссия она хороша, но я не знаю, это какой-то баланс. Я часто вижу, что миссия, когда миссия ставится вперед, тогда люди становятся как средством каким-то. Так часто бывает. Да. Если кто-то как диктатор, босс. Иногда есть коллективное диктаторство. А? Иногда есть коллективное диктаторство. Коллективное, групповое диктаторство. Например, то же самое исполнение. Ладно, какая альтернатива тогда? Просто сама формулировка хорошая, просто надо как-то... Украинское слово «запобежник», предохранитель какой-то поставить, чтобы система не... Правда, чтобы эксплуатации, например, не будет. Mm-hmm. Точно. Сделать какую-то такую штуку, чтобы она не позволяла перерастать в эксплуатацию. Хорошо, но это должно быть в ценности. Mm-hmm. Например, руководство как слуга. я не знаю, как выражать это, но взаимодействие между членами группы. Надо определять, как это будет. Потому что мне хочется выполнить миссию моего Гуру Махарадж, нашего Гуру Дева. Просто. Без этого я не хочу жить. Для меня вот эта миссия именно, это первое. Все это, люди могут выбрать, быть членами этого или нет. Да, это правда, когда конечная цель какая? Не иметь иерархию, которая подавляет всех.
То, что Шрила Прабхупада хотел, он хотел, чтобы все храмы были независимы. Только будет, ну, GBC помогает всем, а менеджмент не делал. Шрила Гурудев тоже подчеркивал это. BTI должна быть, ну, консультативная группа. Дает совет, не делает, ну, как административные решения. Поэтому, ну, так или иначе, это должно быть. Я не хочу, я сам не хочу быть боссом по природе. А тоже потому, что я понимаю, что это не желание, ну, наших ачарьев, не желание Прабхупады, не желание Гурудева. Брахманы в ведическом обществе думаем, что, ну, самый важный лидер – это кшатрия, харизматичный. Нет. Брахманы, они были лидеры на самом деле. Но сам для себя ничего не хотелось. Они, как давал совет царям, а царя они, как руководители, были руководители в обществе. Это брахманическое руководство, это на самом деле главное в конце концов общество. А так иначе, да, я понимаю проблему. А так иначе, надо, конечно, всегда есть опасность. Любая группа привлекает дисфункциональных. Любая. А есть два вида дисфункциональных. Те, которые хотят как быть покорными, потому что они не знают, что делать в жизни. Я был такой, когда я воссоединялся с движением. Я не знал, что это такое смысл жизни. Я хотел помогать кому-то выполнить их мечту. Это один вид дисфункциональности. А второй вид – те, которые хотят контролировать. Те, которые хотят контролировать, они игнорируют главные моменты. А поэтому очень легко получается дисфункциональная организация. Потому что один говорит, да, я в контроль, я менеджер, а другой, да, я делаю просто, я хочу, чтобы я вам понравился. Вот и все. А да, это дело. Да. Больше. Да. Дисфункциональность. Два вида. Надо избегать этого. Надо избегать. Если организация не дает власть, это один момент. А если организация помогает людям принимать ответственность, значит, неответственные люди будут избегать вот эту группу. Это они хотят. Шрила Прабхупада сказал, что вот это движение, для чего это? Чтобы делать преданным независимым, а думчивым. А если кто-то хочет быть независимым, а не думчивым, хочет как... Они будут избегать вот этого. Это мне хочется. Пусть люди должны прыгать. Чего? Таким образом, чтобы привлекаем, ну, что думаете? Ну, я думаю, что цель, она как-то, нужно акцент, ну, как я это понимаю, что в цели должен быть акцент на человека. Ну, человек именно... Человек – основа, да? Человек – бхакта, да? Человек, который любит Бога. И тогда, ну, если цель – человек, тогда и не будет каких-то перекосов. Окей. Миссия, еще раз. Стать более эффективными, помогать большему количеству людей. Стать более продвинутыми, более счастливыми в бхакти-йоге. И помогать лечить общество с помощью духовного образования. Как? Но каким образом надо, ну, исправлять миссию? Или уже достаточно там акцента или нет? Вроде достаточно, но и... Есть опасность. Опасность в том, что распространение
распространение знания ставится вперед, и человек, а человек где-то назад идет. Окей. Для меня тоже это пугало всегда, ну, например, я слышал Висконе или даже ну, привлечение новых людей. И фактически получалось так, что новых приводят, привели, бросили следующих. Да. А здесь как? А нам что делать? А как нам? То есть, чтобы это распространение, ну, то есть распространение знаний должно быть качественным. Да. Кого привели, того ну, и провели по всему путю. То есть, okay. То здесь привлекать, а тогда что? Дружить. А тогда что? Да. Занимать. Тогда что? Обучать. Тогда что? Помогать, поддерживать. Окей? Вы понимаете, вот вы это читаете, все нормально, мозг отключается, потому что некоторые люди, хорошие вещи вот эти вот все, они просто как бы заездили, заиспользовали. Эти хорошие слова слишком часто использовались, и они, их уже даже блеска не видно на них. И вы прочитали, да, да, хорошо, все, да. Я знаю, что это очень-очень трудно, но надо сформулировать с одной стороны. А если у нас как центральная команда, которая, ну, члены этой команды, они относятся друг к другу дружно, открыто, под руководством чистых преданных, тогда есть надежда. Шрила Сарасвати Прабхупада сказал, что нет организации, которая может распространять ну, истинную религию или вайдхи-бхакти, чистый бхакти. Более-менее, насколько я понимаю, только когда группа собирается в круг чистого преданного, тогда есть надежда. Тогда, если они следуют. Сейчас, к сожалению, нет ну, такого лидера. Но я принимаю прибежище о Шрила Бхактивиддьянта Бхарати Махараджа. Но он проводит харикату, подчеркивает это, ну, надо общаться с чистыми преданными, надо повторять святое имя. Надо быть искренними, надо служить вайшнавам. Практично, как именно подробно, как это делать в Западе, ничего не говорит. Ну, такая ситуация. А тем не менее, мы здесь. Поэтому что делать? Если вместе как обращаемся к Господу, обращаемся к Прабхупаде, Гурудеву, чистым преданным, тогда есть надежда. А иначе я не вижу. Я не могу просто, ну ладно, повторяем Хари Кришна, ждем следующее поколение. Я не смогу. Я не, уже именно, ну, именно сейчас, буквально сейчас, 40 лет. 40 лет назад я начинал, ну, стараться повторять. Сразу вдохновлялся. Философии так. Волшебно. Я должен стараться что-то помнить. Как сформулировать? Да, сформулировать это один момент, потому что сразу кто-то может интерпретировать. Точно. Поэтому только когда есть центральная группа, относимся друг с другом, но лично, молимся вместе, обращаемся к Господу вместе, буквально, обращаемся, предаемся вместе, тогда это может работать. Иначе нет. Я только думаю. А если поставить... Ну, что произойдет, если поставить первым пунктом духовное благополучие человека, преданного? Хорошо. Оно фактически там и стоит. Ну, можем подчеркнуть. После вы можете редактировать это, чтобы подчеркивать, что на самом деле да. Как наш Гурудев сказал вот этим лидерам. Когда они сказали, что интерес общества важнее, чем интерес членов. Он сказал, я не буду членом вашего общества. Какого общества?
Он сказал, потому что цель, внимание, цель общества именно, чтобы помогать членам развивать любовь к Кришне. Вот и все. Никакого своего интереса не должно быть у общества. Это проблема, ну, в материальном мире. Потому что сразу, когда кто-то создает общество, сразу они включают их интерес до интереса других. Так или иначе? Так или иначе? Можно просто попробовать, если так хочет Андрей, поставить это в обратном порядке. Что главное это успешное духовное развитие, например, личности, индивидуума, которое достигается в команде благодаря осознанию ею своей миссии. Ну, как-то так. То есть, можно сделать цель, да, развитие индивидуальной, ну, отдельной личности, которая возможна в команде, которая в полноценной форме возможна в команде. При условии командного, ну, духа. Ну, в команде людей, которые осознают свою миссию. Ну, как бы, ну и так не пишется. Давайте, окей, ладно. Надо понимаем, что надо чуть-чуть твикировать это. То есть духовное благополучие личности. Да. Это первое. Там должна быть команда и миссия, да? Да. Миссия, что важна. А тоже общество. Да. Революция значит для всех, потенциально. Создание духовного благополучия личности, создание общества здоровых, ну, людей. Да. Миссия. Ну, то есть индивидуальное счастье и успех. Личности через... А тогда есть концепция, что... Да, все хорошо. Это будет сет местных групп. А чтобы способствовать все, должна быть центральная группа. Это ее назвал бхакти-раса. Это раса значит, скажем... Ну, у нас по-другому получится. Ну, раса. Русскоязычный. Да, да, да. Но если бхакти-раса, потому что это не для общих. Uh-huh. Это не как общая группа для... Uh-huh. А если говорим, что не будем говорить о расе, бхакти-йога невозможно. Это значит рупануга ассоциация для служения ачарьи, раса. Ну, раса значит вкус. Это... консультативная, не административная группа международных, ну, здесь говорится международных проповедников и местных преданных. Значит, вообще местные преданные, когда, потому что они более-менее они занимаются семейной жизнью, они занимаются работой и так далее, у них нет времени, энергии и так далее, чтобы, ну, организовать, координировать масштабно. Поэтому надо, кто-то надо, который может сосредоточиваться, предполагающий, что он, ну, достаточно опытный, скажем. А бхакти-раса, значит, выполняет вот эту миссию практической дачи, а жить согласно ценностям, а тоже вдохновляет помогать местным группам преданным делать то же самое. Ну вот, это представление. Mm-hmm. На самом деле было бы хорошо сформулировать до вечерней встречи в миссии и так далее. Я могу показать...